друзья, наши бойцы практически готовы. Две минуты, да, боевая готовность. Самое главное, что у нас сегодня праздник спорта. И все это проходит здесь, и на спортивном клубе «Ярополк». Поэтому еще раз давайте поаплодируем в первую очередь себе, нашим дорогим гостям, нашим болельщикам, нашим родителям, нашим друзьям. Просто вам, дорогие гости. Что ж, теперь можно, я думаю, да, не будем затягивать. Итак, наш сегодняшний первый бой. Илья Сергеевич, кто такой вообще? Знаете, ну, молодой человек уже четвертый раз рвется на сцену, чтобы подвести, поэтому вы сами с ним разбирайтесь, как хотите, я не знаю. Хорошо. Ну давай, с такой смелой иди сюда. Разберемся раз на раз, по-мужски чисто. По-мужски? Да, по-мужски, давай. Под руководством Ильи Сергеевича, Анатолия Алексеевича, я, пожалуй, соскочу.